Аня, ты толстая. Аня, ты жирная. Аня, ты корова. Ань, а зачем я тебе все это говорю, а? Кирилл, ну это способ такой. Ты обзываешься, я злюсь и делаю очень много раз. А-а. Ну что, работает? Конечно. Ты что, не видишь? Я уже 7 раз сделала. Слушай, а можно я тоже твой способ попробую? Давай. Готов? Готов. Начали. Аня, ты толстая. Аня, ты жирная. Аня, ты бегемотиха. Офигел? А что, реально работает? Аня, ты толстая. Аня, ты жирная. Аня, ты бегемотиха. Всех быстрее голубиная почта. Не хочу вдаваться в детали. Но часы ужасно устали. Их тик-так не стучит нам в спину. Время есть, его не отниму. Его столько, что не потратить. Время здесь, время там, время тут. Миллионы минут. Саня, все или нет отсюда? Я хочу напечатать заявление на отпуск. Быстро! Пап, ну давай я напечатаю. До свидос. Все, давай, давай, давай. А то думаешь, я тупой, что ли? Без тебя не справлюсь. Ой. Че, Саня, все на первом уровне мучаешься, да? Нет, я уже давно на втором. Так, заявление. Буковка З. Где у нас буковка З? Сань! Сань! Чего иди это? Сюда. Где буква З? Давай быстрее. Вот. Давай тебе помогу. Не надо мне помогать. Без тебя все сделаю. Ну ладно. Все, линей, линей. З. Отлично. Буква А. Буква А. А-а-а. Где ж ты? А. Где ж ты? А. Что-то не то. Санька! Саня! Иди чего, сюда. Пап? Иди сюда. Где буква? Господи, вот она. Давайте вот помогу. А то я не вижу, где она. Все, иди, иди, я без тебя справлюсь. А. Заявление. Буква Я. Буква Я. Я-я-я. Я-я-я. Видел ее. Я-я-я. Ти-ти-ти-ти-ти. Где ты, господи? Санька! Саня! Точка где? Точка. Вот. Вот. Все, давай, распечатывай. Только по-быстрому, ладно? Компьютер надо выбрасывать с этой клавиатуры. Да вот, блин, напечатал. Шах и мат. Ну что, кто у нас теперь самый умный, а? А тоже мне. Учись, малявка. Ес, 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 ес. Нет, ты видел, а? Решил с папой потягаться. Егор, можно поспокойней? А я, по-моему, и так спокоен. Пойду возьму себе победное яблочко, а проигравшая неудачницей... Что делают? Собирают шахматы. Бип. Сонь, ты на пап не обижайся. Да ладно, пусть порадуется. Шах и мат. Шах и мат. Фу. Детский мат. Может, теперь в покер сыграем? Ну, это же на деньги.
Я понимаю. У тебя деньги есть? Да. Пойду за фишками. Соня, папу сильно не обыгрывай. Не волнуйся. Мне нужно только 1500. А, ну ладно. Врёшь, от меня еще никто не уходил. Пап, а? Ты меня сегодня отпустишь на дискотеку? А ты... Урок я сделал. У репетитора был. А что? По английскому 4. А в своей? В комнате убрался. Хорошо, иди только... В 11. И не минуты позже. И чтобы... Денег много не тратил. Ладно. Ладно, сыночка. Иди. И пусть я только опоздаю. Ты же мне голову оторвешь. Так я не понимаю, а где граната, а? Граната на X. Спасибо, сын. Получи. Я не понимаю, а что, дискотеки теперь так рано заканчиваются, а? Всего-то 3 ночи. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Ну? И как ты мне объяснишь свое опоздание? Пап, да просто я... Потерялся во времени. Пап, да у меня... Закончились деньги. Пап, ну честно. Я больше так не буду. Значит так, Никита. За то, что ты в очередной раз не сдержал свое обещание... Неделю без компьютера. Нет. Неделю без карманных денег. Нет. Неделю домашнего ареста. Нет. Блин, пап, я не знаю, что тогда. И то, и другое, и третье. И не неделю, а месяц. Понял? Давай, иди. И чтобы через 5 минут... Лежал у себя в кровати. Закусочную «Снежка», пирожки с капустой, пицца, котлетки. Каждому пятому в подарок чебурек. А приходите в закусочную «Снежка», пирожки с капустой, пицца, котлетки. Тихо, тихо. Здорово, мужики. Привет, пап. И чем мы здесь занимаемся? Ну, а мы тут захотели на карманных денег позаработать. Да? Ну, да. Немножко заработать хотели. Забыли, сколько вам лет, а? Папа, что в этом такого плохого? Плохого. Плохого в том, что будут все потом говорить, что Миша Долгих не смог своего собственного сына прокормить, понятно? Да, пап, мы тут немного поработаем. После школы всего пару часов постоим. И тут вообще за час 250 рублей платят. А приходите! Тихо! После школы надо уроки учить. 250 рублей платят. Ага. Приходите к нам в кафе, съешка! Все есть! Есть пирожки, есть котлетки, есть тифтильки. Каждому пятому пришедшему чебурек приходите в наше кафе. Миша, Рен, ты что делаешь, Миша? Тихо, не ори. Ты что, Рен, я позарабатываю 250 рублей в час, понятно? Миша. Еще полтинник дадут за костюм. Две! Миш, ты что, дурел? Ты что, семью-то позоришь? Слышь, я так хоть скоплю на новый телевизор, понятно? Телевизор! Я сказал, тебе телевизор скоплю новый, все, я вообще повысить обещаю. Да, до генерального, конечно. Да, до генерального, все, Лен, иди, Миша, не мешай, иди. А приходите в наше кафе. Я не знаю, что с Сашкой делать. Вот я вижу, врет. Определить ничего не могу. Ты знаешь, Лен, у меня на такие случаи есть один метод, работает безотказно. Хочешь проверить? Конечно. Кирилл! Кирилл! Иди-ка сюда. Звала, мама? Звала. Вот скажи-ка мне, Кирилл, почему это ты школу пропустил? Я не пропускал. Уверен? Уверен. Да? А почему это Саша Ленин говорит, что вы вместе школу прогуляли? Или что, получается, он врет своей матери? Ну, это все один раз было. Предмет был неважный, мы сами не хотели. Ну, это как-то случайно вышло. Случайно у него получилось. Ладно, иди, я после с тобой поговорю. Я тебе говорю. Гениально. Слушай, а может, и на мужиках работает? Лен, а давай проверим. Да? Егор! Егор, пойди сюда!
Что надо? Егор, скажи, пожалуйста, а что же это ты вчера вечером, вместо того, чтобы в гараже машину чинить, на футбол ходил? Вик, что за бред? Я вчера вечером в гараже был. Уверен. Ты что, с ума сошла? Конечно. Да? А что это, Мишка Ленин сказал, что вы вчера вместе на футбол ходили? Или что, получается, он врет своей жене? М? Да ваш Мишка с ума сошел. Говорю тебе, был в гараже. Не знаю. А может, он действительно в гараже был? Фу. Спасибо, пацаны, что предупредили по поводу этого их способа. Да ничего, обращайся. Чуть не запалился. А давай-ка представим лето, где-то месяца через два. Я была бы по-другому одета. Привет, я Вася. По тебе видно. А тебя как зовут? А меня не надо трогать, не твоего поля ягода. Чё, так и зовут? Тебе что надо, школота? Ну, просто, может, будем дружить? У тебя папа чем занимается? Бензином. Нефтянкой? Наверное. Он у меня на заправке работает. Понятно. То есть не миллионер? Наверное, нет. Ты понимаешь, у нас разный социальный статус. Нет. То есть тебе плевать на эти различия? Уверен в себе и все такое? Нет. Я не знаю, что такое социальный статус. Ты посмотри на себя. Ты за модой вообще не следишь. Кто носит кроссовки с классическим костюмом? Ну, просто у меня сегодня физра была. Неохота таскать лишнюю сменку. А если бы у тебя бассейн был, ты бы в плавках пришел? Крутая идея. У тебя, наверное, даже машины нет. Можно я хотя бы за тобой портфель после школы носить буду? Какой же ты настырный. Ну ладно, я дам тебе шанс. Спасибо, ты супер. Я знаю, но учти, ухаживать за девушкой из высшего общества не так-то просто. Ну что, я же тебе говорила, ухаживать за девушкой из высшего общества не так просто. Так, сынок, пойдем поможешь папе полку повесить. Чего ты правый край заваливаешь, Сань? Ну так нельзя же, но это ж правый все-таки. Мужик ты или не мужик, Сань, ну? Сань, пошли салат резать. Чего? Пальчик не отрежь. Саня, пойдем поможешь папе телевизор отремонтировать. Саня, ты слева крутил? Ты ж только справа сидишь, крутишь и все. Ты ж мужик в конце-то концов, ну. Сань, пойдем поможешь мне фарш прокрутить. Сань! Сань, аккуратней, пальцы не засовывай. Пальцы береги. Саня, хватит. Пойдем, папе поможешь лампочку вернуть. Че ты ее влево-то выворачиваешь? Сань, вправо лампочку выворачивай-то. Ну, вправо, Саня, ну, ты ж мужик. Сань, пойдем, ну, банку откроешь. Ага. Как вы мне все надоели! Ну-ка, давай определитесь, кому помогать! Конечно, мне, Сань, не маме же, ну, мне, давай в кухню. А чего тебе-то интересно? Я, между прочим, тоже зашиваюсь на кухне. Че ты там зашиваешься, господи, бутерброды намазала маслом, она зашивается на кухне, да? Да, он конечно. У меня тяжелая физическая работа. Да что ты, ничего. Тяжело, тяжело у нее работа. Это младенец закрутит. Ага, ага, ага. Мам, пап! Все, тихо, не едь. Отстань! Младенец закрутит? Да. Ну, попробуй сама закрутить. Чего?
Заколебали. О, Сань, ты же говорил, тебя сегодня вообще на весь день домашними делами загрузили. Да, я отмазался. Надолго? Ну, 3-4 часа они точно обо мне не вспомнят. Ништяк, пошли. Пошли. Кирилл, ты чего орешь? Тебе страшно, что ли? Нет, ты что? Это вот Соня все время сидит. Глаза закрывает. Это я глаза закрываю лишь потому, что этот фильм скучный. Банальный. Я абсолютно не знаю. Это вот Аня сидит, все ногти уже от страха себе сгрызла. Ты что ерунду говоришь? Да это вообще... Да это вообще даже не фильм. Ужасы! Ну что, кричите как сумасшедшие. Опять что, фильмы ужасов не смотрелись на ночь-то глядя, а? Сколько раз вам говорить? Не существует этих монстров. Запомните, раз и навсегда. Прошу вас, а? Бред все это, понимаете? Что вам? Вик, я вообще-то хотел у тебя узнать, как одеяло вставлять в пододеяльник. Короче, мы с тобой как будто прикалываемся, и ты меня заталкиваешь в женский туалет. Понял? Понял. Слушай, а Соловьеву тоже затаскивать? Саня, не тупи, это женский туалет. Она туда зайдет сама. А когда зайдет, ты меня заталкиваешь. И самое главное, держи дверь. Понял? Понял. Слушай, я вас двоих не удержу. Саня, зачем держать? Я два раза для вида стукну, потом я, она, неловкая ситуация, замкнутое пространство. И вот, я встречаюсь с самой красивой девочкой в классе. Все, вон она. Готов? Готов. Саня! Саня, что ты делаешь, Саня? Саня, капец, она грубая. Хорошо, я это сейчас узнал, а не когда у нас были бы дети и 5 лет брака. Здравствуйте, ребята. Папа? Привет, пап. А мы думали, вы поехали на дачу? Да, мы уехали на дачу. То есть мы собирались уехать на дачу, но мы вернулись, потому что мы забыли вот этот вот шарфик. И я не понимаю, Никита, ты что, не обрадовался, когда мы с мамой поехали на дачу и не решил пригласить домой полон дом гостей? Пап, ты чё? Наоборот, я хотел спокойно посидеть и отдохнуть дома. Да? Ладно. Это очень хорошо, а? Смотри, какой у нас прекрасный сын. Это очень хорошо. Ну что, мы тогда, наверное, пойдем, да? Пока. Пока. Пока, пупсики. А вот теперь... Можно! Пап, вы что-то забыли? Нет. Привет.
Малого. 4. Запуталась в первой задаче. Меркуров. 5. Молодец. А вы оба? 2. Как 2? За что 2? Да вот так. Кроме того, что все неправильно, так еще и работы абсолютно одинаковые. Как одинаковые? Мне все равно, кто у кого списывал. Исправляйте двойки, как хотите. Ну, никто ни у кого не списывал. Разговор окончен. Ну, что ты сидишь, ковыряешься? Давай я тебе все за 5 минут решу. Правда? Спасибо. Ну что, решил? Да нет, еще не то. Стой, быстро, слушай, быстро. Сейчас я за 5 минут решу все тебе. Спасибо, папа. Иди гуляй, играй в футбол, сынуля. Спасибо тебе. Так. Да? Алло, Егорыч, здорово, это Мишаня. Слушай, а там твой Кирюха решил же эти задачки по математике, которым давали-то? Решил. Только не Кирюха, а я. Слушай, ты тоже сам? Слушай, давай ответы сверим тогда, а? Ну, давай. Так, что у тебя в первой задаче получилось? Первая задачка, что у меня получилось? Первая задачка. А, ну, что пешеход двигался со скоростью... Я говорю, пешеход двигался со скоростью 7 километров. 7? 7 километров, да. Ага. Слушай, надо же, а? И у меня тоже 7 километров. Yes! Давай по второму пойдем сразу. Ага, сколько у тебя? Во второй задачке получилось 123. И у меня 123. Получилось, ты посмотри, как интересно. Правда? Отлично. Так, а что в третий? А что у тебя в третий? 639. Подожди, Егор, ты не горячишься там, ничего? Не, ну могут не поверить. Ну мне папа решил. Мне тоже. Хоть за эти двойки нас не отругают. Точно.